Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Наверное, нам нужно немножко поговорить, потому что собрались комментарии, и был сегодня расклад на Беларусь. Для меня неожиданный, интересный очень. И вообще поступило очень много ваших комментариев и вопросов, и, наверное, нужно немного поотвечать, да, а то они потом опустятся глубоко туда вниз, и я их уже и не найду. Вот, возможно, сделаем еще несколько раскладов, но мы сегодня недолго, извините, но внимание я, конечно, уделю вам. Поехали. Ух ты, слушайте, обалдеть. Начало... Пишет, значит, мне ошибка природы, жертва не сделанного аборта. Я не шучу. Вот человек, так и называется, ошибка природы, жертва не сделанного аборта. Пишет мне это ошибка природы, магии не существует. Гадание, таро, гороскопы – это все развод и суеверие. Снимайте видео про корги и других собак. Я не знаю, я не хочу никак оскорблять и обижать этого комментатора. Мне кажется, тут природа и так достаточно уже обидела. Да, жертва не сделанного аборта. Будьте здоровы, как говорится. Вы сегодня решили, мои хорошие, меня доконать? Да. Окей. Не-не-не, ничего, не блокирую, ничего. Я хочу вот понаблюдать эту ошибку природы. Ошибка природы, жертва. Псец. Ладно, Людмила Мельничук, спасибо, начало видео холод шел. Вам здоровья, 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 успеха во всем. Мои хорошие, там вам, конечно, пришлось несколько минут посидеть. Ну, вы поймите, этот расклад на Беларусь, ну, во-первых, это же не какие-то подготовленные сказочки, понимаете? Когда я достаю и знаю, что я увижу, это же все онлайн, это живой расклад, понимаете? Вот живой, я включаю камеру, начинаю делать расклад. И, естественно, мне надо было подумать над этими картами. И эта информация должна прийти. Это же, ну это, потому что это по-настоящему, понимаете? Это же, ну, в общем, кто понимает, тот понимает. Вот, надеюсь, 5 минут, которые вы подождали, пока я это смогла понять, да, не такая большая цена, да, за эту информацию. Так, иногда бывает сложно, прочитать. Особенно, когда ты видишь не то, что готов увидеть. Знаете, иногда ты раскладываешь карты, и, в принципе, ты плюс-минус примерно понимаешь, что ты можешь увидеть. Да? А когда ты вдруг видишь совершенно какие-то неожиданные вещи, причем они очень образные, да, и такие очень расплывчатые в какой-то степени, это все нужно, знаете, как, вот как сфокусировать, да, вот сделать таким явным, объемным и понять, о чем это. Ну, дай бог, чтобы расклад отыгрался, да, и мне самой было интересно. Ну вот видите, тут уже пошли диспуты по поводу Беларуси, чего же хочет Беларусь на самом деле.
Ребят, ну да, пожалуйста, обсуждайте, это интересно, это интересно. Я обязательно все почитаю потом. Цветанка Йонова какая-то. От Цветанка Йонова написала, назвали карты, помолчали, но просто супер. Остальное придумайте сами себе. Йонова, вам что-то не нравится? Цветанка Йонова. У вас я не помогу. Какие у вас претензии? Ваши претензии, что вы 5 минут в Ютубе посмотрели, как я думаю, о чем эти карты? Слушайте, идите в жопу, а? Остальное придумайте себе сами. Что за люди вообще? Что это такое? Где эта Светанка? Вот я, конечно, человек не обидчивый, если честно, но нахер мне этот цирк? Иди, до свидос. Что это такое? А, так. Наталья Поляница пишет, многозначительное молчание, страшно, грустно, но надеюсь, мы и это подолаем. Все будет Украина. Да все нормально в итоге, мои хорошие. Что ж вы так боитесь 5-минутного молчания? Вот вы какие странные. Это же нужно... Атус Вазум пишет, слушая ваше долгое молчание, было страшненько. Спасибо за информацию, надежду, за добрые слова. Вам скорейшего мира и освобождения. Благодарю, благодарю. Ну, это недолго, мы 5 минут. Я посмотрела, там всего лишь 5 минут мне нужно было, чтобы сфокусировать эти карты, понять, о чем это. 5 минут. 5 минут, мои хорошие, вы как бы тоже совесть-то имейте. Тихановского посадили на 18 лет. Да, я уже поняла. Я уже поняла. Ну, тем не менее, да, расклад такой, какой он есть. Да что ж такое? Тут ко мне уже люди ломятся. Угу. В тюрьме Тихановский. Тихановская очень неумная, очень недалекая, а Луку грохнут его же окружение. А в остальном согласна. Очень переживала. Спасибо. Не могу никак прокомментировать по поводу умственных способностей Тихановской, далекая она или близкая, ничего не могу сказать, не знаю я эту даму, знаю, что была такая, все. Белорусы, вам видней, но расклад он сделан, все. Неожиданно, поклон вам низкий, аж мороз пробрал перед просмотром. Я помню про ваше сложное отношение к этой стране. Ну а как оно может быть легкое, это отношение? Вы же понимаете, вы же понимаете. Конечно, оно сложное. Это сложно, это сложно, да. Это нелегко разделять, когда летят ракеты с этой земли и убивают наших людей, наши города. И да, это очень сложно. Муж Светланы в тюрьме, еще более 1200 человек политзаключенных. Да я знаю, что у вас там творится. Я как бы так, мы же тоже смотрим телевизор. Я понимаю. Я понимаю. Да. Ну, Беларусь, я не думаю, что это будет уже так очень долго продолжаться. Я думаю, у вас будут изменения. Уверена просто в этом. Светлана Гуцу спрашивает. Добрый день, скажите, пожалуйста, кто стрелял по тюрьме в Еленовке?
Я не знаю, кто стрелял по этой тюрьме. Но мы можем посмотреть. Во-первых, это сложный вопрос. Я не знаю, как это визуализировать, этот вопрос. Как это представить? Как это себе увидеть? У меня есть мои личные, свои требования, особенности, расклады. Тюрьма в Еленовке. Помогайте, ребятки, давайте. Что случилось? Спрашиваете, кто стрелял? Так а... Это история под луной, тщательно скрываемая, тайная. Там... Это ракета или внутри? Внутри? Работа. Внутри. Приготовили? Сами взорвали? Ну, короче. Что? Говори. Это казнь. Это казнь. Это король для проявления своей силы и для разговоров, для, чтобы поднять разговоры, казнил, принял решение казнить. Эта работа была проведена внутри стен, внутри. Вы спрашиваете, кто стрелял? Ответ – нет. Это не стреляли. Здесь была версия, что это был внутренний взрыв. Пожалуй, это был внутренний взрыв какой-то. Либо это было убийство, которое замаскировано. Это приговор таким образом... привели в действие, скрыто под луной, чтобы были потери. Специально, чтобы были потери. Это диверсия такая. Подождите сейчас. Скажите, что с вами случилось? Почему? Почему так? Почему? Что случилось? Почему? Кто вас взорвал? Что там случилось?
мало информации, нужно видеть как-то их, надо видеть, не хватает, очень не хватает, надо картинки, не хватает визуализации. Елена, кто вас убил? Вас убила Россия? Слушайте, тут на вопрос, кто вас убил? Вас убила Россия? Вопрос 50 на 50. Как это? Как это? Что там случилось-то? Помогла. Помогла. Помогла Россия, помогла этому случиться. Как? Скрыто под луной. Скрыто под луной. Чтобы скрыть Россия помогла этому случиться, чтобы скрыть под луной реальные потери. Реальные потери. И чтобы не отказ, чтобы отказать. Вероятно, эти люди должны были вернуться, чтобы скрыть отказ в возврате. Почему они не могут этих людей вернуть? Слушайте, я не знаю точно, как это, но это никакой не был обстрел. Это было скрытие реальных потерь. Нужно было скрыть. Может быть, людей, которые понесли какие-то потери большие по здоровью, может быть, над которыми издевались, или для того, чтобы скрыть потери, чтобы закончить какую-то историю, которая не давала им покоя, которая вот что-то нужно было спрятать с концами. Спрятать с концами. Украина здесь каким боком Украина? В Украине солнце перевернулось. Для Украины просто... Нет, Украина здесь никаким боком. Нет, это неправда. Украина как ждала их, да, и переворачивается солнце, надежда, вот это вот переворачивается солнце. Как ее дети погибают. Как дети Украины погибают. Украине препятствия, препятствия создаются таким образом. Очень много страха, и это несправедливо относительно Украины. Очень много страха для Украины, и как справедливость перевернулась, договор перевернулся. Это нечестно, так не договаривались. Это как несоблюдение договора с Украиной. Значит так, мои хорошие, по поводу вот этой оленевки. Это какая-то блядская скрытая операция России для того, чтобы скрыть жертвы реальные, скрыть реальную ситуацию с потерями людей. Им нужно было скрыть, и они просто вот это вот, я не знаю, сами они там, или это внутренний был взрыв, что-то там, я думаю, внутренний скорее, что-то как внутренний, возможно, это внутри был взрыв. Но они просто спрятали, закрыли это дело, дать с концами. Вот с концами. И делу конец. Уничтожить, и делу конец. Нету тела, нету... Понимаете, о чем речь? Суки.
для Украины это переворачивается солнце, переворачивается справедливость, это девятка мечей, это страх, депрессия, ужас. А для России это скрыть потери с концами, закончить некую историю. Вот такие карты. Мои хорошие, на этом мы сегодня с вами закончим, потому что что-то у меня сегодня тяжелые расклады. И, наверное, я не готова продолжать, но мы обязательно с вами увидимся. До новых встреч. Приходите на канал.